Владивосток, 22 июля 2022 года.
часы. А на площади построили трибуны, волейбольную площадку. Пляжный волейбол здесь будет проходить. Там вон дальше рассыпают песок тоже. Ух ты. Здорово. Это будут азиатские детские игры здесь проходить. Ну, частично, наверное, какие-то соревнования будут проходить на центральной площади города Владивостока. Вот. Вся площадь по периметру ограждена заборчиком. Вот. По всему периметру. Ну, что-то тут будет грандиозное. Классно.